Нет, все-таки ручку надо дорабатывать. Она искрести начала. Ну, здесь я наврал, конечно. Сильно наврал. Ну, что-то давно я не разглядывал живых голых женщин. Так, по памяти рисуем, да? Нет, конечно. Ручка мне сегодня не нравится. Конечно, это упрощенные такие схемы, мало имеющие к анатомическому рисунку. Нет, ручку выбрасывать, что ли? Все, она мне надоела. Вот так вот. Вот когда ее на ней насилие совершишь, то она начинает даже как бы в испуге перед тем, что я ее сейчас выкину. Она, вот она это, вот этой стороной более-менее нормально рисует. Все перестану. Перестала ручкой писать. Почему, непонятно. Все есть. Чернилами заправил. Все промыл. Может быть, ну, конечно, тут надо все вот выстраивать вот эту систему. Я поторопился. И почему-то она у меня не набирается. Я вот сейчас ее только что, казалось бы, набрал, а она, ну вот, она еще мне руки испачкала. Тьфу ты, елки-палки. Да. И я все больше и больше прихожу к выводу, что надо переходить к простым. Материалом. Брать обычную тушь. Все, пошел руки отмывать. Закончилась моя это самое. Ни рисунка толкового не нарисовал, ни ручку. Ручку, не знаю. Ручки свои только запачкал. Черт побери, ладно. Ладно. Для студенческих каких-нибудь набросков сошло бы.